И всем привет, ребята, меня зовут Нелфи, и сегодня опять разговорный ролик, как ни странно, скорее всего, будут такие ролики выпускаться, наверное, чаще, чем игровой контент. А сегодня хочу вам рассказать некую историю, как я познакомился с Ютубом, кто меня привлек к этому, сам это я сделал или не сам. Первое, с чего хочется начать, в 21 году мне купили телефон. Я такой, ну я же крутой, типа надо YouTube снимать. И я такой, а что мне снимать? Кто мне будет делать? И я такой, ну зачем, не буду, короче, снимать. Забросил, короче. Потом ко мне пришел друг и говорит, да давай снимать, это круто будет. Да, имя его, наверное, оставим в комментариях и в описании. Скорее всего, только в описании. Не будем распространять его прям капец как. Но ему отдельный респект. Распространяйте видео, кто знает этого человека. Ему обязательно только распространите, чтобы он так сильно не обижался, то, что я его не упомянул в ролике. Вот. С чего это началось? Ко мне приходит друг и говорит, давай снимать контент. И я такой, ну давай, типа, хотел стать блогером. Именно реальную жизнь только фул снимать. Поснимал, потом что-то понял, потому что это херня полная, удалил. Канал назывался вот этот вот, Нелфи, раньше назывался Black Cat. Потом Cat Play, теперь Нелфи. Нелфи остается навсегда. Может быть опрос в ТГ-канале, кстати, забыл. Обязательно подписывайтесь на ТГ-канал, ссылка будет в описании ролика, это 100%. Вот, что произошло дальше? Я удалил ролики. И все, короче, снимал, короче, всякую ерунду. Тогда шортсов не было, я не мог никак особо распространить свой канал. И ролики набирали что-то 2-3 просмотра. И я такой, ну это фигня, типа это не дело. Потом появились шортсы, и я про них не знал. Я заснял ролик, и там набрало косарь, там косарь 800. И я такой, нифига себе, а так можно что ли? И пошли, короче, 10 подписчиков, потом 20-30. Я такой, нифига, просмотры, подписчики, что? Я добиваюсь этого. Честно, был в шоке тогда. Что произошло дальше? Я со своими друзьями такие, ну надо что-то делать с каналом. Я такой, да, надо. Как-то канал пофигово называется, очень, очень плохо, мне не нравится. Вообще, никнейм я стырил у своего лучшего друга, который живет 835 километров от меня сейчас. Я такой, надо что-то свое придумать. А туда было 1 августа, 1 августа у меня наступило 1000 просмотров. И я такой, оу, oh, е. Yeah. Типа радостный капец. И изменил канал на CatPlay, короче. Что-то я с ним походил где-то около полугода. Я такой, надо прям свое 100% придумать, которое останется на века, которого сейчас нет ни у кого. Я такой, а давайте, типа, ну пусть Нелфи будет, что мне еще остается. А, кстати, заметили, я сегодня в худаке, не в рубашке, с галстуком, в худаке и волосы завязал. Иногда буду так, иногда буду по-другому появляться. Как вам понравится больше, сколько лайков, столько. Давайте, короче, 10 лайков, и я буду ходить вот так. А если не хотите, 5 лайков, и тогда буду ходить как раньше, с рубашкой и галстуком. Скорее всего, больше тебе понравится вот такой стритовый, наверное, стилек. А, что было дальше? Я создаю новый никнейм. Ставлю новые аватарочки, описание, короче, занимаюсь по-серьезному. И начал монтировать ролики. Раньше их вообще не монтировал. И превьюхи я брал с Гугла, короче. Но это очень долгое время было. А потом я беру такой, ну надо, короче, все заново начинать. Удаляю большинство роликов, начинаю снимать. Раньше снимал Майнкрафт, потом, короче, станок. После стендофа перешел опять на Майнкрафт, как сейчас вы видите. Чаще всего Майнкрафт, ну да, было там мувик. Но это, можно сказать, как совместка с очень крутым музыкантом, The Team. И если ты посмотришь этот ролик, если тебе повысить в рекомендации, отпишись в комментариях, короче, крутой чел. Прям, ну, музыка у него реально клевая. Ссылку на ТГ-канал его оставлю в комментариях, как бы, что мне будет, он наоборот порадуется, может, на него кто-то еще подпишется. После этого я такой, ну, надо, короче, самому все делать. Начал монтировать чуть-чуть ролики, где-то минут 20. Превьюху делал, короче, вообще парашу. Ну, вы просто, наверное, если вы не олд моего канала, то вы, наверное, не видели. А я такой, ну, надо, короче, все самому делать. Делал все сам, и вот ушел летом с канала, кстати, забыл сказать. С июня по ноябрь я вообще не снимал, я ушел окончательно. Занимался брендом личной одежды, короче. Ну, сейчас его тоже забросил, типа, YouTube есть. А после этого в ноябре я вернулся. Точно числа не помню, но вроде точно в ноябре.
Я возвращаюсь с новым контентом, вроде все качественно, все нормально. Ну и все, в принципе, что мне еще вам рассказать? В принципе, меньше чем через, ну, 8 дней, и мне 16 лет. В 16 лет, скорее всего, либо розыгрыш, либо что там мы с вами крутое сделаем. Либо совместно с каким-то блогером будет. Скорее всего, совместно. Ну, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Обязательно подпишитесь на все ТГ-каналы, которые будут указаны в описании. Всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока, ребята.